Здравствуйте, уважаемые ребята! Тема урока – вопросы исследования. Цель урока – определять независимые, зависимые и контролируемые переменные. Вам известно, что в природе все растет, все изменяется. Человек, животные, деревья, трава. Ребенок растет. Температура воздуха повышается или понижается. Скорость автомобиля увеличивается или уменьшается. В перечисленных примерах величины с течением времени изменяются, принимая множество значений. Величины, характеризующиеся множеством значений, которые они могут принимать, называются переменными. Виды переменных. Независимая переменная, зависимая переменная и контролируемая переменная. Независимые переменные – это переменные, значениями которых можно управлять. Например, время – это независимая переменная. Когда вы торопитесь куда-нибудь, то не можете замедлить течение времени по своему желанию. Зависимые переменные – это переменные, которые можно только измерять или регистрировать. Например, пройденный путь зависит от времени при постоянной скорости. Контролируемая переменная – это переменная, которая регистрируется. Например, скорость является контролируемой переменной, так как мы можем ее регистрировать, например, с помощью спидометра автомобиля. Рассмотрим определение пройденного пути автомобиля, движущегося с постоянной скоростью. Вам уже известно, что пройденный путь определяется по формуле: скорость автомобиля, умноженная на время, равняется пройденному пути. В данном примере время является независимой переменной, пройденный путь – зависимый, а скорость – контролируемой, так как мы ее регистрируем с помощью спидометра автомобиля. Подробно с понятиями зависимых, независимых и контролируемых переменных вы познакомитесь при изучении предметов химия, физика, математика. А теперь для закрепления нашей темы прорешайте тест. Первый вопрос. Переменные, значениями которых можно управлять. Второй вопрос. Переменная, которая регистрируется. Третий вопрос. Переменные, которые можно только измерять или регистрировать. Проверь себя. Спасибо за внимание.